Херойское чествование. На Камчатке героя СВО, вернувшегося с войны в цинковом гробу, похоронили, как и подобает истинной русской элите. У обочины на грунтовой дороге. Прямиком под ногами посетителей кладбища. У нас опять похороны. И вот нам сделали могилу следующую прямо на дороге. Мы просто все в шоке. Хотя место, в принципе, здесь было полно еще. Здесь можно было продлить. Можно было туда вот вправо удлинить. Но почему-то приняли решение закопать бойца на дороге. Получается, прямо на дороге. Ну и, пожалуй, самое лучшее в этом сказе о русском герое – это лицемерие российских местных чинуш. В зазеркалье не имеет значения, как тебе относятся на самом деле. Главное, какой героический пост о тебе после смерти напишут.